Первый у нас будет банить Тутти Фрутти, он же Undead Demon. Сейчас там нос все подготовит. Пожелаем Димону удачи. Пожелаем. Играем 15 минут CPM. Да, я тоже себе сразу таймер поставлю. И пошли пикибаны. Медива. Так, Димон банит Медиву. Торнер банит Каунтач. Димон банит Энигму. И Торнер банит Амарант. В итоге играем Абидос. Уу! Да, подождем. Немножко подождем. Давайте перейдем на нашу сцену. Играем Абидос. Привет, Скайален. Маппер Аксес. Да, удачи, Димон. Надеюсь, что комп тебя не подведет в этот раз. И давайте сделаем красиво. Ждем Димона. Все, поехали. А, нет, да, ЦП. Все, да. Все. Оба игрока на месте, да? Нет. Но. Поехали. Да, я вроде бы все сделал, все, отлично, запись начал, поехали. Undead Demon против Торнера, очень интересная заруба. Димон делает ГБ, везде ГБ, Димон, красава, живи, Димон, давай, сделай это, давай, Димон, тащи, Димон. Димон, что ты делаешь, как ты это делаешь, Димон? Зацепился в эту самую там. Димон! Просто не торопись, все. Не торопись. Да, есть, конечно, у Димона роут, и он первый финиширует, делает 46-0. И давайте начнем. Я вам расскажу немножко про карту. Ну, не знаю, Торнер не признает, походу, андедов. Остановись, да. Дизлайк от меня 1000 рублей. Не, на самом деле Торнер по скиллу вообще ни разу не проседает. В том смысле, что с Димоном, если их сравнивать, у них примерно одинаковый уровень в плане игры. Поэтому, как бы, да. Да, это первая более-менее равная дуэль на самом деле. И карта, сделанная Аксесом, я ее также тестил. Дизайн просто очумительный, можно так сказать, да. И мне написал Декс зачем-то. Где я, с кем мне играть? Играй с зеркалом, Декс. Зеркало, Декс, зеркало. Так, Димон таймит почти 2х. У Торнера некоторые просадки сейчас по раунд-бустам, как мы можем видеть, да. Возможно, сказывается момент отсутствия некоторых тренировок, как бы, да, потому что Торнер в последнее время показывает не очень прямо хорошие результаты, но мы всегда ждем от Торнера нечто чуть-чуть большее, потому что
мы знаем, что Торнер может. Если Торнер может, то мы это знаем. Цитаты великих в**ей. Так, ну Димон, естественно, на ГБшках все пролетает. Ну и ЦПМ, естественно, как без ГБ в ЦПМ. Рейтинг у игроков, несмотря на то, что, кстати, в рейтинге почти 200 очков разница. Ну, пинг 30, это не критично, у Димона пинг вообще 50, если уж заговорили про пинг, да, Торнер. А, в общем-то, рейтинг 2000 у Димона, он, по-моему, сейчас где-то на первом или около первого места на DFComps. И вот сейчас Димон отлично финиширует, делает хороший ГБ и немножко перенервничал, поторопился и сделал слишком рано Rocket Jump. Да, Димон на первом, Пус находится на втором месте. Да, все правильно, спасибо большое за информацию. И Торнер где-то в топ-10 наверняка находится вместе со мной там где-то на закоулках. Но несмотря на данный как бы разброс по рейтингу, уровень в целом по скиллу игроков более-менее... А, я на третьем, окей. У игроков в целом более-менее равные силы. Но у Торнера, кстати, как будто бы даже старт побыстрее, да? То есть он немножко проигрывает именно на... на ГБ, который у него не получается, но тем не менее... нет, не финиширует, тоже поторопился немножко. Конечно, я не отрицаю, что здесь может активно играть как бы именно на твоем разуме, на твоих мыслях. Может очень активно играть волнение, потому что ты участвуешь на, по сути, крупном турнире, как квалификации, к которому ты прошел, ты старался лучше, ты просто все сделал. Да, ну на этом турнире должны увидеть это. А, по таймам, да. Да, ну я только что вроде смотрел. Торнер не прошел так и карту, я поэтому ничего не сказал. А у Димона по-прежнему 46 секунд. Я думаю, что он в ближайшее время сейчас перебьет это дело и... улучшит свой результат, и уже Торнер там тоже более-менее привыкает ведь к пингу, судя по всему, и вот и да, вот и 33 от Тутти Фрутти. И сейчас вот прямо я вижу, что у Торнера это победная, просто победная. Пошел! И ракету криво выстрелил случайно, но... ничего страшного, это бывает, это все бывает, это прямо вот ничего, это прямо окей. Остается у нас 8 минут, скоростной парень, да, спасибо, Дамэт Лайф. Твои бинды всегда поднимают нам настроение. Так, Пузубан вместе с Пуни там пусть парятся. Ну и в общем-то, спустя половину раунда, что мы можем сказать? Торнер до сих пор не прошел карту, хотя он к этому очень близок. Не знаю на самом деле, что именно у него не получается, но так как время на исходе, я бы ему предложил, опять же, просто пройти карту. Просто постараться финишировать, чтобы был хотя бы какой-то тайм. 34-2 делает Димон, почти перебивает себя, но не тут-то было. Не тут-то было. Эх, Амарант, поиграй бы. Такая карта классная, прям вообще. Амарант прямо, ух.
А Медива-то, Медива слишком, она слишком крутая, ее никто не пикает, все боятся, что от красоты этой карты упадут в обморок. Торнер каким-либо образом пытается воздействовать, видимо, на Undead Демона. И... ну, на самом деле, типа, это не проблема, что они участвуют, что они играют на одном сервере. Если кому-то вдруг мешается, как бы, моделька оппонента, то... как бы, мешать не запрещено, конечно. Но... суть в том, что можно просто это отключить, это не проблема. Да, Димон еле залезает тут. У Торнера по-прежнему... не получается КБ. На самом деле у Торнера очень хорошая середина карты, где надо закидывать ракету наперед. Просто, как мы видим, у него не получаются граунд-бусты, которые он пытается постоянно делать. Я бы... если я вижу, что у меня не получается, я бы на самом деле ограничился просто вот этим одним на старте, каким-нибудь хорошим таким... прям вот знатным таким бустом, бустищем просто. И дальше просто спокойно прошел карту, потому что на данной дистанции эти бусты, там где-то по 100, по 200 упсов, на самом деле они могут не так сильно решить. И вот в этот момент у Торнера намного быстрее, чем у Димона. Пытается, вот он, просто на бустах, к сожалению, проседает. Пытается делать много бустов. 5 минут у нас остается. И будет ли финиш? Нет, финиша не будет. Или будет, но чуть-чуть погодя, да? Да, вот отличные две ракеты. И финиширует за 49 секунд. Димон отправляет свои великолепные три восклицательных знака. Блин, вот вы говорите, да, сидите там. Все такие... сейчас, секунду. Я, да, чихнул за кадром. Прошу прощения. Вы такие все сидите, эх, поиграть бы, поиграть. А знаете, как мне хочется поиграть? Как мне хочется поучаствовать в онлайн-капах, в этих квалификациях, в турнире в целом. Ну давай, Торт, у тебя остается 4 минуты. Я думаю, что... кто знает, что мы правы. Так, это бан. И Торнер, я не знаю, он делает очень большую ставку на ГБ, которая... заходи под фейк. Так, в смысле, я же и так сыграл уже под твоим ником. Ой, ну это, короче... Торнер, привет, Holy Dreams. Торнер делает очень большой акцент на ГБ и считает, что они ему помогут выиграть. На самом деле это немножко заблуждение. Надо было просто сейчас... так, кто бы вел, да, у нас? Ахахахаха. Да. Зима, не да. В общем... я все не могу договорить. Все, я не буду отвлекаться больше на чат. 33.7 у Тути, у Торнера 49.4. Раунд на самом деле подходит к концу. И, конечно же, хотелось бы увидеть от Торнера более хороший тайм. Забить вообще на эти гранд-бусты. Просто сделать, как умеешь. Просто сделать красиво, Торнер. Торнер, ты же умеешь красиво. Мы все это знаем. Мы все прекрасно видели, как ты играешь на варкапах. Какие таймы ты ставишь. Какие роуты ты делаешь. Что у тебя уникальные вообще, в принципе, роуты почти всегда. Ты никогда не подглядываешь где-то в онлайне. Ничего не... как бы, ну, не воруешь дорожки, да? Да, ну, возможно, он скажет, что проблема в пинге, но, как бы, и вы скажете, да, ну, Торнер же пинг 30, как у него не получается ГБ, ну как?
Но я в этом случае скажу, что у Tutti Frutti пинг 50, допустим. Да, почти таймит две ракеты. Так, и Торнер почти таймит, тоже остается 2 минуты. И на самом деле это не очень много времени. Поэтому, да. Скорее всего, не хочу, конечно, заглядывать далеко вперед, но скорее всего... Торнер, кстати, отлично ловит, ловит ракету сейчас, и, к сожалению, не получается у него газбуст. О, еще и врезается в арочку. Да, тут надо было предусмотреть этот вариант. 40-0 ставит Торнер. 7 секунд у них разница, остается около 2 минут. Точнее, не около 2, а целая минута. Целая минута. За минуту можно пройти эту карту 3 раза. Да, вот Аксос уже пишет ГГ. Не знаю, ну, Торнер либо не подготовился, либо... либо действительно ему, может быть, что-то мешает. Настроение не то, либо... я не знаю. Ну, вариантов может быть очень много. У Димона, к его, как бы, счастью, да, все получается. Сделал он отличный тайм. У меня газхуд как раз включен. И 30 секунд. Остается 20 до конца раунда. В теории, конечно, Торнер может успеть пройти, но я напишу четко стоп. И очевидно, победит Димон. Если Торнер не успеет, а Торнер уже... зачем тебе снапхуд здесь, Энтер? Да, Димон тоже встал, естественно, Торнер что-то пытается еще делать, и... ну, все, все. В итоге у Димона. Зачем тебе клавиатура, Enter? Давайте перейдем в сетки. Побеждает у нас Tutti Frutti. Проходит в одну вторую. Все, можно выдохнуть. Просто Tutti красавчик. Просто проходит в одну вторую. В принципе, уже можно сказать, что проходит в призы. Дискриминация снабхуда. Димон пишет: турики ваши до гроба доведут. Видимо, перенервничал, конечно же. Ну и давайте обновим нашу сетку многоуважаемую, да? Прошел у нас Tutti Frutti. И следующая дуэль — Овчаркин, Дамнед Лайт. Разные физики. И, ну, будет интересно, я думаю.